Максим Євлампієв – бджоляр-пасічник, заступник голови Миколаївського міського товариства бджолярів. Бджолами займається все життя, продовжує сімейні традиції. На рахунку у Максима 120 бджолиних сімей. Окрім меду, виготовляє різноманітні медові продукти та напої. Доброго ранку! Вітаємо вас! Добре утро! Ну, ти вже почала буквально ставити питання. Так. Продовжуй. Друзі. Мені подобалось, коли ти ставила питання. Ну, взагалі ми сьогодні говоримо про бджолярство, говоримо про пасіки, говоримо про пасічників і про вашу професію. І от ви пасічник із Миколаєва. Да, так і є. Де є ваша пасіка? Вона у квартирі чи в приватному будинку? А ти цікавишся, щоб сходити сьогодні? Як до цього відносяться, власне, сусіди? Ну, я-то сам живу в городе, в квартире, но я не стал шокировать соседей, размещая пчел на балконе. К тому же у меня пасека довольно большая, больше 100 уликов, поэтому они там не поместились. Так что сами пчелы у меня, естественно, в селе за городом. Угу. Вот. А как бы в нашей стране кто угодно может заниматься пчелами, и если на своей территории размещать пасеку по определенным условиям, то от соседей никаких претензий быть не должно и не может на самом деле. Поэтому мы защищены в этом плане. Скажите, пожалуйста, у вас, за нашу информацию, 120 бджолиных семей, и вы сказали 100 вуликов. Яка площа взагалі потрібна для розміщення такої кількості вуликів і семей? Там 3-4 яруси, 5 яруси. На самом деле я не помню, сколько у меня там пчел, давно не считал. Это же, как говорится, цыплят по осени считают, а пчел по весне, вот где-то в апреле узнаем. А так, есть определенные нормы размещения, то есть на каждый улик приходится определенная площадь. То есть на самом деле довольно большое пространство они занимают. У меня во дворе пчелами заставлено практически все. Поэтому ни огорода, ничего такого, да. Зато деревья, чтобы был тенечек. Так что, в принципе, одно другое замещает. Сьогодні ви до нашої студії принесли такі реквізити. Мені нагадує чимось хірургічний стіл. А мені нагадує передачу «Поле чудес». У нас майже барабан і якісь дуже цікаві речі. Да, ну, учитывая, що ми сьогодні говоримо о пчеловодстві як о професії. Кстати, пользуясь случаем, надо же поздравить всех коллег с Днем Пчеловода. А кто не имеет отношения, то сегодня же еще и Яблочный Спас. Угу. Кстати, вот такое немножко несоответствие, да? День Пчеловода приходится на Яблочный Спас, угу, а не на Медовый, как было бы логичнее. Но это уже такое дело. Поэтому, коллеги, всех вас с праздником! Так, і давайте розкажемо. І я принес для наглядності основне таке небольшое количество пчелоремонента, щоб було понятно. Ну, главный інструмент пчеловода — это, конечно же, дымарь. Отак це називається на справді. Да, дымарь. Он существует для того, чтобы пчел отгонять дымом или успокаивать, точнее. Дело в том, что пчелы, когда ощущают запах дыма, они думают, что пожар, мы же в лесу, ну, так, мы же в дупле, и надо что-то с этим делать. И поэтому они, готовясь улететь из улика, набирают полные зобики меда и становятся более податливыми, не такими злыми и имеют меньше возможности ужалить. Естественно, что... Я-то думала, что они присыпляются тут. Нет, на самом деле все пчелы находятся в здравом уме и трезвом рассудке в этот момент. Просто с полными ртами. Просто с полными ртами, да. А когда у тебя полный рот, что-то делать становится проблематично. Естественно, они... Ну, жалят, они же не ротом, правильно? Правильно. Отличная такая... наблюдение. Дело в том, что зобик, в который они набирают мед, находится в брюшке, то есть в задней части, там, где и жало. И когда он полный, пчела не может жало, просто брюшко согнуть, чтобы жало выпустить. Вот так вот все працюет. Да. Естественно, конечно, не все набирают, не все успокаиваются, поэтому я каждый день получаю десятки ужалений. Да. Так что... Должен заметить, чи відчуваєте ви себе здоровішими? Тому що знаю, що колись навіть для лікування
Я ощущаю, що це все больно. А боляче постійно з однаковою силою, чи якось звикаєш до цих постійних укусів? Ні, ну, звісно, в будь-якому випадку привикаєш. Іной раз можна навіть не заметити, що тебе ужалили, а іной раз ти не можеш бросити ту же рамку з пчолами или тот же корпус з пчолами, тому що если ты это сделаешь, то станет еще хуже. Буду они все разозлятся и все на тебя накинутся. Поэтому ну, приходится терпеть, а так, конечно, больно. В цьому же и допомагает вам костюм, да? Костюм – это обязательный атрибут пчеловода, потому что какой бы ты ни был смелый, какие бы ни были добрые пчелы, но ходить потом с распухшим лицом, ну, не сильно приятно. Это такая смелость, которая уже граничит с дурощами, напевно, уже трошки, так? В первую очередь, конечно, пчеловодная маска. В данном случае это еврообразец. Я больше предпочитаю, конечно, принятые у нас сетки бриль, так называемые. Ну, это как широкополая шляпа. Я, к сожалению, сегодня не захватил с собой. Удобнее, от солнца защищает, ветром не сдувает, ну, в общем, привычнее, скажем так. Але це лише частина повного костюму. Это только часть, но это то, что используется постоянно. Я не геройствую и никому не советую. То есть даже когда ко мне приезжают гости, когда бывают съемочные группы приезжают для передач, там детей привозили с экскурсии, то есть по-разному на самом деле. У меня запас масок есть, то есть всех сразу же наградить, чтобы никто потом не жаловался. А так, конечно, костюм, перчатки, потому что бывают периоды, когда пчелы крайне злые, и никакой дым уже не поможет. А что это за период? С чем повязаны, возможно? Чи це час року? Ну, пчелы – это живые организмы. Каждая семья, каждый улик – это как отдельный живой организм, социальные насекомые. Так, семья злится, они зли, когда приходят коммунальные платежи, и они зли, так, вот в цей момент? Почти. Вот сейчас осень, коммуналка сейчас начнет повышаться, а у них прекращается взяток, то есть цветочки перестают цвести, им негде брать себе нектар, и от этого они очень злятся. Вот все ж таки, какой-то связок есть. Плюс погодные условия на них негативно влияют, магнитные поля Земли, там по-разному могут быть магнитные бури, дождливая погода. За пчелами можно как-то предбачать прогноз погоды? Да, конечно. Но должен сказать, что он не всегда работает. Ну, тогда можно забыть, чем мы же прогнозовали. Ну да, прогноз погоды вообще почти никогда не работает. И очень все по ситуации. Ну, самое главное наблюдение, если пчелы резко устремились домой, то есть в улике, значит, скоро может пойти дождь. Но бывают такие ситуации, когда дождик капает, пчелы летают. То есть даже такое случается. Когда какой-то медонос очень хорошо дает нектар, они плевать хотели на дождь, нам нужен мед. Поэтому такие вот ответственные и запасливые создания. Вот так вот. Розкажіть ще щось, оця страшна щітка, чи що це? Це для чого? Це не страшна щітка. Майже як зубна, тільки трішки тоньше. Просто, щоб смахувати пчол з рамок, з ульев, з себе, з окружаючих. Тоді вона дуже корисна. Я забираю свої слова. Вона не страшна, вона дуже корисна. Надіше оце, так. Оце страшне. Це пчеловодна стамеска. Точніше, одна із її модификаций, их на самом деле очень много, используется для работы с рамочками, с ульями, чтобы можно было... Вы в рукавицах працюете? Обычно без, потому что перчатки все равно немножко неудобно. Но опять же, когда они становятся злые, а можно и пары рукавицы. Потерпите, можно забывать, да. И тогда уже экипируешься по полной. Ну а так что, инструмент, средство защиты. Ну так, это схоже на якась така. Чтобы и подковырнуть, и рассоединить между собой, и рамочки, потому что пчелы, они в улье все склеивают прополисом, воском. Так что бывает даже, когда улей перевернулся, вот особенно при перевозке там или еще что-то. Бывает, если вот до этого какое-то время не трогал его, то ни рамки не выпадут, ничего вообще не случится, потому что там все вместе так склеено, связано.
так, пчелы заботятся об этих моментах. Ничего лишнего, но и пространства лишнего тоже нету. И еще один инструмент, очень важный для пчеловода, это пасечный нож. У него форма особая. На шпатель схожа. С какой-то стороны, да. Обоюдоострый, то есть со всех сторон... Небезпечный из усіх боків, так? Пчеловод вообще опасный человек. Ну так. А еще с таким оружием, ну не оружием, это все инструмент. Чтоб можно было резать как снизу вверх, так и сверху вниз. Вот. И при этом ручка вот чуть выше стоит, чтобы не испачкаться в меду, чтобы не было, ну, не мешало. Чи є якісь секрети, от, щоб бджоли тебе не кусали? На самом деле секрети... Окрім того, що не можна рухатись, ну я так пам'ятаю. Перестань рухатися, тоді вона відлетить. На самом деле секреты не секреты, но основные правила есть, и они неизменные. Это прежде всего никаких резких запахов, то есть ни одеколонов, ни духов, ни перегара, простите. Так что после хорошей пьянки на пасеке лучше не появляться. Олена, ты не сможешь поехать. Другие... Мы все чули. Чули, все чули. Другие запахи, наоборот, их отпугивают. Не то, что злят, а отпугивают. Например, нефтепродукты, бензин, керосин. Они не любят эти запахи, но и не атакуют. Пчеловоды часто это используют, потому что вот когда сейчас осень приходит, им кушать нечего, они становятся злые, но еще они становятся воровитые. То есть они пытаются взять мед где только можно, и в том числе в соседних уликах. Вот так. Поэтому если не досмотреть, то вот в этот период сейчас пчелы могут просто разнести по кусочкам любой незащищенный улик. Причем у тебя, у соседа или соседи у тебя, поэтому приходится за этим следить. И тут возникает проблема, бажано, чтобы у соседей не было бджол. Это да, но такого практически не бывает. Все равно хоть несколько уликов, хоть как, но даже у меня в селе очень много людей, у кого так или иначе есть пчелы. Взагалі в Миколаеве много кто занимается бджільництвом? Вообще... Много саме хто займається. Саме в місті, тому що в області то зрозуміло, що там. На самом деле, очень много пчеловодов живут в городе, но пчел держат за городом. Также есть пчеловодные кооперативы, где просто на зиму свозят пчел, это и в черте города тоже есть. Просто статистика не ведется. Очень много пчеловодов не зарегистрированы, нету паспорта на пасеку, поэтому на самом деле сказать сколько. По Украине вообще теоретически около 400 тысяч пчеловодов в Украине. Но это опять же цифра очень-очень приблизительная. Ну, тобто, ймовірно, більше насправді. Это может быть как больше, так и меньше. Никто не знает. Потому что количество постоянно меняется. Кто-то начинает заниматься, кто-то бросает по тем или иным причинам. Плюс данные, некоторые данные существуют еще с советских времен, грубо говоря. Ого. Переписи никто не ведет, и даже вот если учет паспортов, они тоже числятся как с Советского Союза, так и новые, кто получает. Поэтому очень сложно сказать по количеству. В чем, возможно, переваги этой профессии? Ну, окрім меду, безпосередньо. Кроме меда, еще пытный мед. Назовем это так. Этот продукт так и называется, ну, просто это не самогонка, чтобы вы понимали. Это вот именно пытни меды, которые были еще со времен Киевской Руси. Когда вот мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Вот это вот именно оно. Мед самый незвичайный, а такой вот пытный. Пытный, да, пытный мед. То есть это как один из продуктов пчеловодства. На самом деле их очень много. Был даже цикл передачи. У вас, мабуть, медом все дома. Неправда. Я це такий стереотип. І колбасу з медом можна їсти. Я мед особо не люблю. Тобто це більше просто як процес вам задоволення приносить? Ну да, самі пчоли, робота з ними, тому що професія дуже увлекательна. Треба обладати определеними знаннями, причому широким спектром. Многі заблуждаються, що от поставив улик, и все, ты будешь с медом.
Все, кто так думают, обычно на следующий год бросают это дело, потому что зимой все пчелы пропадают. Угу. Оптимально. Скільки вулики потрібно, для, наприклад, для початку? Чи для себе, наприклад, одного вулика? Ну, от ви спрашивали, хто може займатися. На самом деле, всі можуть займатися пчелами. Ну, якщо у людини якась алергічна реакція, її два рази укусить. Це теж може бути. Но якщо є желання, можна облачитися в костюм в повний. И это практически на 99% может защитить. Плюс, если ты знаешь, что у тебя аллергия в той или иной степени, есть препараты, то есть это все можно. То есть было бы желание на самом деле. Конечно же, если у человека аллергия, то это проблематично, и вряд ли он будет заниматься. А так, можно пчелами заниматься как пчеловод выходного дня, то есть работая по профессии где-то и для души иметь пасеку небольшую, там 10-15 пчелосемей вполне достаточно, чтобы обеспечить себя и родственников медом. Можно иметь там среднего размера пасеку, где-то 50-70 семей. Обычно так делают люди, у кого там пенсия есть, а хочется дополнительного там заработка и чем-то заняться. Ну и, конечно, чтобы можно было с пчеловодства жить, то это должна быть большая пасека, 100 и больше семей. Я не говорю там о серьезном бизнесе, потому что есть пчеловоды у нас в области, у кого по 500 и больше семей. І це саме не якась компанія, а саме одиничний, скажімо так? Ну, він один, ну, скоріше, це сімейний підряд, виходить. Тобто помічники, які вже потрібні? Да, помічники нужны. Тому що самому все потянути крайне проблематично. Вот, поэтому в зависимости от того, что ты хочешь от пчел, ты такое количество их и держишь. Дякуємо вам, що ви до нас завітали, дякуємо за корисну інформацію і переконана, що глядачам було цікаво та корисно дізнатися і про нюанси професії, і, власне, про... Про це все побачити на власні очі. Думаю, що хтось, хто, можливо, жив у світі нецікавості до пасіки, ну, ви змінили своє ставлення, я майже впевнений у цьому. Мені було дуже цікаво це все спостерігати. В будь-якому випадку, це тільки вершина айсберга така, мілочовочка, а так всі бажаючі вполне можуть приїхати на пасіку, можна організувати екскурсію, я ж абсолютно не проти приобщати людей. Особенно вот молодое поколение было бы неплохо. Все равно, как ни крути, а средний возраст пчеловода далеко за 50. Тому ви хотіли б такого омолоджування трошки? Так, звісно. Все, тому майте на увазі, що є така можливість насправді.